государственные награды. Губернатор Магаданской области вручил государственные награды медицинским сотрудникам по указу президента Российской Федерации Владимира Путина за трудовой вклад в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Работников здравоохранения удостоили особым почетом: 16 орденов Пирогова, 13 медалей Луки Крымского, 9 почетных грамот президента России и одну благодарность от главы государства вручили отличившимся сотрудникам медицины. На торжественной церемонии смогли присутствовать не все. 23 человека находятся на вахтах, в инфекционных госпиталях, на самоизоляции и на сменах в больницах. Они также получат награды за неоценимый вклад в борьбе с опасным вирусом.